В соответствии с указом президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года номер 317 о внесении изменений в указ президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 года номер 249 о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей предусмотрена гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации. Данная единовременная выплата выплачивается с 1 июня 2020 года и устанавливается в отношении детей, достигших возраста от 3 до 16 лет, в период с 11 мая по 30 июня 2020 года включительно. В Кашхабском районе семьи, которые имеют детей до 3 лет, получили 602 семей по 5 тысяч свыше 8 миллионов рублей. А также семьи, которые имеют право от 3 до 16 лет, получили свыше 2381 семей свыше 40 миллионов рублей. Прием заявления о предоставлении выплаты можно написать через ЕПГУ или через МФЦ. И также можно написать в клиентскую службу пенсионного фонда. Доставка единовременной выплаты осуществляется на банковский счет заявителя. Расчет выплаты, предусмотренный указом 249, производится в отделении Пенсионного фонда Республики Адыгея. При заполнении заявления через ЕПГУ обязательно надо перепроверять. К сожалению, были потоки людей и допускали очень много ошибок. Это фамилия, имя, отчество, дата рождения, снился детей, правильно заполнены реквизиты. Убедительная просьба при заполнении заявления, пожалуйста, перепроверяйте, чтобы мы могли сразу принять решение.